В спартакиаде принимали участие люди с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Состязания состоялись в трех группах. Женщины, которые выступали на бобах, проходили дистанцию в 1 километр, мужчины на бобах преодолевали дистанцию в 2 километра, стоячим лыжникам предстояло проехать в первый день 3 километра. Во второй день все спортсмены бежали спринт по 1 километру. Паралимпиец Владимир Казаков на состязаниях выступал в двух ипостасях – спортсмена и тренера. Как спортсмен он занял второе место. Я выступал оба дня, бежал 3 километра первый день и сегодня бежал спринт 1 километр. Вот, по первому дню, вот сейчас неясно, второй, по-моему, после Белебея. И второй день тоже второй. Вот. Мои ребята, я сейчас сам тренирую детей, инвалидов. Вот, Антон Радивилов третье место занял, впервые участвовал на таких соревнованиях. А Эльвина Насирова, она уже в прошлом году отбиралась, тоже была в призерах. В этом году тоже стала призером, третье место заняла. Артем Сементеев из Мелеуза выступает в разных видах спорта – легкой атлетике, стрельбе из лука. На соревнования по лыжным гонкам он приехал впервые. Его дебют оказался удачным. Юноша занял первое место в своей группе. Ну, мне понравилось. Легко было ехать. Только на поворотах там немного не получалось повернуть. Они плохо разворачиваются, эти сани. По результатам всех состязаний в общекомандном зачете победу одержала кумертауская команда. На втором месте команда из Салавата, на третьем из Стерлитамака. У кумертауских спортсменов много призовых мест в личном первенстве. Екатерина Соломатина, Ильнур Аминов. Новости.